две минуты. Круто. Все, пойдем. 4К. Раз, два, три, четыре. А, Виталик, Виталик, ты с нами? Все готовы? Все приготовились, пишем. Готов? А русская музыка, она как-то вот прямо было ощущение, что да, это вот то дело, которым надо заниматься. Не знаю, насколько это вообще правильно человеку вот такие ставить себе жесткие критерии и рамки. Но мне почему-то показалось, что да, раз мы занимаемся музыкой, давайте заниматься русской музыкой. Давайте искать что-то в этом направлении. Потому что групп, исполняющих современную музыку, их было очень мало. И вообще на пальцах одной руки. Да, и сейчас, к сожалению, да. А может быть и к счастью, к нашему, не знаю. Те далекие времена, когда мы играли на улице, мы действительно испытывали какое-то вообще невероятное удовольствие от этого музицирования. И вот получилось так, что нам пришлось просто перейти в клубы, в закрытые пространства. И, наверное, неосознанно нам хотелось как-то все это дело, вот то, что было на улице, это ощущение, перенести его и в клубное пространство. Просто так получилось, естественным образом. Я думаю, отсюда вся вот эта история со сценографией, с какими-то шутками, с костюмами. То есть нам хотелось сделать что-то необычное на сцене. То есть перетащить эту атмосферу с улицы, перетащить ее в зал. Что-то все-таки, кажется, нам удалось. Потому что люди, да, они приходят на концерт, они забывают, что они находятся в клубном пространстве, они просто вот получают что-то такое, что раньше они могли получить только на улице, а теперь они могут получить у нас на концерте. Как по улице Варваринской пробежал мужик Комаринской. Ах ты, сукин сын комаринский, мужик разделся, по улице бежит. Да и где же это видано, в каком свете это слыхано? У нас курица барана родила, кочерёжка яиц нанесла. Помело да рассекалась, а по лавочкам разбегалась. Галабузому за пазуху поклал, а слепой да все подглядывал, а глухой да все подслушивал. А немой караул закричал, а без ноги за гонку побежал. Ой, матушка, разбой, разбой, государыня пивной, пивной. Бумажечки подарили мне, бумажечки, а бумажечки-то новенькие, 25-рублёвенькие.
Добрый вечер, спасибо. Ну а следующая песня 1842 года рождения. Белкина, наверное, я знаю практически дольше всех. Мы с ним как-то в одной тусовке, что ли, музыкальной крутились, еще не играя вместе и сами не играя на инструментах. И гитара как, ну так, пошла, но не очень интересно было. А потом раз, появилась волынка. Я стал на ней играть, мне очень понравилось. И я увлекся как-то этим, вот теперь. Алексей позвонил как-то и говорит, пойдем поиграем на улице, посовершеним, так сказать.
Я говорю, а что играть-то? Я же не знаю. Он говорит, да, ты знаешь. И, в общем, так вот мы встретились, поиграли, нам понравилось. Ну, вот эти играют то, что в Railroad играли. Ну, собственно, вот в Railroad. Стали играть то, что в Railroad это хорошо пошло, а потом какие-то еще мелодии стали появляться. И вот тот момент, когда стали появляться еще мелодии, это вот примерно и было 12 лет назад. Ну, не на сейшене решили, но впоследствии так получилось, что вместе собрались тот, кто решился. Мы играли вчетвером, начинали вчетвером. Можно сказать, что на любви к кельтской музыке все выросло из этого. Поэтому я такой музыкой заинтересовалась еще в училище. Нашей скрипачке с группой АТВЙО, она долгое время училась в училище, потом в консерватории, а мы в это время играли на улице. И, собственно, видела АТВ, как они играют на улице, тоже в училище. А в консерватории я как раз, по-моему... А, ну хотя нет, я на последнем курсе я стала играть. И теперь она с нами играет. Это не так, что ага, вот мне нужен бородатый, мне нужен там, не знаю, гитарист и еще что-то. То есть ты просто находишь сначала контакт эмоциональный с человеком, эмоциональный, музыкальный, и только после этого возможно появление группы. Ну что, по-моему, неплохой повод хорошенько потанцевать. Вы как? Тогда добро пожаловать на сельскую фолк-дискотеку! Когда-то наши предки, родные бабки и детки, танцуя у беседки, открыли новый стиль, жди плиты и сапожки, под русские гармошки, под перестуя ложки прославили кадриль. Теперь почти забытая, волынками забитая, но все же непокорная, жива кадриль задорная. Тарь-дарь-дарь-да, тарь-дарь-дарь-да, тарь-дарь-дарь-да. Дедов мы похожи, веселье любим тоже, кадриль забыть не можем, улыбка в ней и стать. Окончена работа, опять пришла суббота, и нам с тобой охота кадриль потанцевать. Кадриль моя, сердечная, старинная, но вечная, фабричная, колхозная, смешная и серьезная. Тарь-дарь-дарь-да, тарь-дарь-дарь-да, тарь-дарь-дарь-да. Тех, кто сегодня на нашем концерте впервые, объясняю. Когда музыканты вдруг остановились посреди танцевальной мелодии, это означает, что они тут же заиграют чуточку быстрее. Дамы и господа, в разгончик! We'll be right back.
пускай будет песня про блины. Какая? Про блины. Угадайте, почему? Почему? Потому что она начинается с бас-гитар. Спасибо. Вот весна уже в полном разгаре, да, сейчас уже. Осталось дождаться теплых деньков, да? А помните, как она начиналась? Казалось, никогда уже не будет весны. Зависит, насколько быстро придет весна, понимаете? Давайте постараемся. У семьи живот распух.
А я тебе, Дима, говорил, не ходи в чайную ложку по 5 раз на день. Я вроде не ходил. Вроде не ходил. Ваня, ну у тебя все с собой. Ой, блины мои, блины, блины масляные. 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 Бороды? Чьи бороды? Твои. Мои бороды? Все твои. Не, все мои бороды — это мой собственный имидж. А то, что в группе у других, это, они подражают тебе? Да, они все с меня содрали. Так растет борода. Ну, это не то чтобы специально, там просто растет. Иногда приходится сбривать, потому как люди подходят и спрашивают благословения. Да, а я как бы не могу взять на себя эту миссию. Это практично и совсем не больно. Thank you.
прыгать, вообще охренел, понимаешь? Надо как прыгать. Может быть, еще и... Я на какой-то момент бросил вообще играть на инструменте, вот, а потом решил вдруг снова начать, вот, и подумал, а с чего бы начать? И почему ты решил начать со Средневековья и заинтересовался старинной музыкой? Это можно наблюдать у разных народов, постановка такая, типа деревенская. У него, в общем-то, и не скрипка, а фидл. И вот, в общем, для того, чтобы все было аутентично, так сказать, мне пришлось завести старинный инструмент, фидль. Как-то легче аккомпанемент, что ли, играть было? А не нужно выходить там 10-й позиции, как сейчас скрипачи там наяривают свои соло? Нет, Дима как раз более подходящий для такой музыки держит скрипку. Это, ну, такая, как бы народная манера. А, и петь тоже может скрипач при этом. Вот, свободно, челюсть нижняя. Мне бы гитару поменьше, я бы тоже так ее держал. Когда я был маленький, мы с мамой ходили к нашим родственникам. Был человек с баяном, и песня на речке была среди, там, про тонкую рябину какие-то вот песни. Еще эту песню увековечил, собственно говоря, Евгений Леонов, великий актер. Он очень часто пел эту песню в фильмах, в которых снимался. Но вот первые строчки из этой песни. На речке, на том бережочке мыла Марусенька белые ноги. Мыла Марусенька белые ноги, белые ноги, лазуревые очи. Белые ноги, лазуревые очи, плыли к Марусеньке серые гуси. Серые гуси, кыш, вы летите, воды не мутите, воды не мутите, свекра не будите, свекор Марусеньку будет броните, свекор Марусеньку будет броните, свекор броните, свекровь ожурите.
Спасибо всем, кто подпевал. Ну, я недавно просто так получилось, пришлось пересмотреть все наши клипы, ну, вот пришлось. Я получил удовольствие, реально, то есть в некоторых местах я смеялся даже. То есть, нифига себе, какие молодцы. То есть уже как-то абстрагируешься от этого, что это как-то, ну, там, наше собственное сочинение. Мы находимся сейчас вот в этом чудесном саду, в музее Ахматовой. Здесь был снят один из клипов в этом дворике. Сниматься во все сезоны здорово, конечно, потому что когда снимали первый клип «Дворник», да, по мере вот придумывания сюжета как раз, да, там были забавные такие детали, штучки. Мы придумывали, как же лететь этой пули из пистолета шальной. И уже никого не надо мотивировать. Я помню, что вначале это было: ой, зачем сниматься, ой, там, мы толком ничего не умеем. А потом как-то раз оно вот сложилось, сейчас уже люди дурацких вопросов не задают, уже доверяют. Это, кстати, очень здорово. С Лешей писали, в принципе, вместе сценарий, придумывали его. И получилась, правда, задорная и веселая история в жанре такого а-ля немого кино. Ребята, я говорю, что каждый раз открывают для меня что-то новое. И географически, и душевно. Тогда специально для тех, кому не жарко, зимняя песня. Песня про дворника. В шапке, в душе греки дворник трубочку курил, и, усевшись на скамейке, дворник снегу говорил: вер-вер-вер-вер, бом-бом-бом, ай-тр-рас, засарил, лосарил, лосарил, чумлай-рудер-ла-ла. Ты летаешь и летаешь, ничего тут не поймешь, подметаешь, разметаешь, только без толку метешь. Так чему ж я говорю, сяду я да подкурю, рил-лосарил, лосарил, чумлай-рудер-ла-ла. Вер-вер-вер-вер, бом-бом-бом, ай-тр-рас, засарил, лосарил, лосарил, чумлай-рудер-ла-ла. Дворник трубку курит, курит, и глаза от снега щурит, и вздыхает, и зевает, и внезапно засыпает. Вер-вер-вер-вер, бум-бум-бум, ай-тр-рас, засарил, лосарил, лосарил, чумлай-рудер-ла-ла. Глазами угольками на метлу свою глядит. Вер-вер-вер-вер, бом-бом-бом, ай-тр-рас, засарил, лосарил, лосарил, чумлай-рудер-ла-ла. Это вроде снежной бабки или просто Дед Мороз, ну катай его по шапке, да схвати его за нос. Вер-вер-вер-вер, бом-бом-бом, ай-тр-рас, засарил, лосарил, лосарил, чумлай-рудер-ла-ла. А ну как зарычит, как ногами застучит, так как скочит со скамейки, да по-русски закричит. Вер-вер-вер-вер, бом-бом-бом, ай-тр-рас, засарил, лосарил, лосарил, чумлай-рудер-ла-ла.
ла-ца, ра-ла-ца, чем-ла-ру, да-ра-ла-ла. Вер-вер-вер-вер, бом-бом-бом, тр-ра-са-ца, ра-ла-ца, ра-ла-ца, чем-ла-ру, да, чем-ла-ру, да, чем-ла-ру, да-ра-ла-ла. У каждого есть, в принципе, свое место в автобусе. Ну, это, наверное, стремление какое-то, чтобы было поменьше неожиданностей в путешествии. Их там в путешествии и так довольно много, этих неожиданностей всяких. А здесь какая-то константа. Пришел ты в свой автобус и чувствуешь себя как дома. Самая странная страна, наверное, экзотическая, это Индия была. Самая далекая страна, одна из первых вообще, в которой мы оказались, это была Мексика. Да, когда мы туда летели 11 часов, казалось, что вообще мы сейчас прилетим на другую планету, и там люди ходят кверх ногами или там что-нибудь вообще. Оказалось, что там тоже живут люди, совершенно обычные люди, которые любят музыку. Вот. И мы там выступали на фестивалях. Вот, наверное, для обычного человека, самым необычным нашим местом, показалось бы, наверное, все-таки женская тюрьма. Но сейчас уже с высоты трех концертов, которые мы там сыграли, мне как-то уже это не кажется каким-то необычным местом. Ну, просто нормально, женская тюрьма. Ну, вот во Францию самое приятное, или в Испанию. Вот мы были когда в Испании на берегу океана. Где еще не была? Где еще не была? В Африке где-нибудь. Я о ней вообще ничего не знаю, никогда не был там. А говорят, там гориллы. Акулы и злые крокодилы, пармалей, и стал немножечко добрей. Ну, интересно было бы в Японии, когда цветет сакура. В Японии. Дома. Шучу. В Японии почему-то уже в третий раз приходит в голову. Ну, было бы неплохо, наверное, в Японию съездить. Надо все-таки разобраться, что у них там происходит с японцами. Достаточно долгое время, даже я сам был, считал, что там поется про шар, а потом, когда мы стали эту песню петь, вдруг пришло осознание, подождите, какой шар? Песня старая, песня прошлого века, еще позапрошлого точнее, 1890 какого-то там года. Люди тогда просто физически не могли знать, что наша Земля — это голубой шар, потому что в космос полетели только, да, Белка и Стрелка. Наша Земля, она голубенькая, и она выглядит как шарик, но песня-то намного старше, значит, все-таки не шар, а шарф. И в этом есть все-таки логика и есть какая-то даже некая поэтичность. Вот молодой человек стоит внизу, а барышня кидает ему газовый платочек, который шарфик, который вот так летит, колыхаясь, и опускается ему, может, прямо на плечо. И очень красивая романтическая история. Объявляется «Медляк» — песня из собраний Госфильмофонда СССР. По традиции исполняется почти под фонограмму. Thank you.
Поэтому, когда звучит музыка вальс, даже самый неопытный кавалер решает пригласить даму на танец. Долгое время эту песню приписывали авторству великого советского композитора Дмитрия Шостаковича, но это все-таки не так. И, насколько я слышал, был официальный ответ от наследников, которые сказали, что папа такую чушь не писал. Я считаю, что это тоже один из таких устойчивых штампов в русском фольклоре, причем в городском, я так понимаю. Матросы, они же не могут в деревне жить, наверное. Под
подходи, буржуй, глазик выколю. Подходи, буржуй, глазик выколю. Эх, яблочко, то не докотится, а буржуйская власть не воротится. А буржуйская власть не воротится. Эх, яблочко, да огородное, прижимай кулаков, все народное. Прижимай кулаков, все народное. Эх, яблочко, да ты хрустальное, а квартира у нас коммунальная. А квартира у нас коммунальная. Нет, концерт — это отдельная история, которая людей прямо иногда даже вскрывает, и это, конечно, очень ценно. Красиво так украсили сцену. Ну и мы старались играть. Послушаем, что из этого получилось. 12 лет группе, да. Многие обычные люди думают, там, вот группа — это много денег, постоянный кайф, там, это, в принципе, все так. Вот. Но это, в принципе, большая работа, конечно. Но самое главное, что вот когда есть группа, в какой-то момент ты... Вдруг, когда все складывается, мы какой-нибудь готовим большой проект, там диск записываем, снимаем клип или концерт. И вот много напрягов всяких, и логистических, и, в общем, все это надо свести в одно. И все вообще работают в жутком режиме. Но в конце, когда все получается, вот наступает кайф. Получается хорошо. Это, в принципе, то, что нас радует. Но вот когда еще и получается реализовать какой-то большой проект, это очень важно. А теперь к вопросу, студия или печеньки. Тоже интересно работать, это тоже очень важно, когда играешь концерт. То не можешь, в принципе, так, ну, адекватно оценивать, насколько аранжировка хороша, или там, насколько там твоя партия хороша. А тут прямо на студии ты можешь вот прямо вот воочию, вот как слушатель, оценить это и что-то подкорректировать. Невозможно сказать, что интереснее, студийная работа или концерты играть или репетировать, там, сочинять что-то. Все очень важно, и все имеет свою ценность. Студия или свиная рулька. Свиная рулька. Давайте быстренько там мелодию сыграем, там новая мелодия. Я помню, так было с финской полькой, кстати. Давайте сыграем. И вот мы заиграли, и как вот елей просто разлился, все довольны, все счастливы. То есть, когда музыканты играют музыку, они болтают, то все происходит именно так, как надо. Когда все начиналось, когда начиналась группа «Атавайо», был такой лозунг «Народную музыку народу». Мы брали, в общем-то, действительно хиты, и мы выходили в народ и дарили народу их же, собственно говоря, творчество. Когда мы на улице играли, они проходят мимо и видят, что нифига себе. Что это? Вдруг среди бела дня на каком-то там Невском проспекте, где вообще никогда ничего интересного не происходит, просто толпы снующихся туда туристов, вдруг что-то такое. И мы сами же от этого, мы кайфовали, мы получали удовольствие. И люди, которые проходили мимо, они от этого этим заряжались. Просто было сложно вообще пройти мимо. Ни в коем случае я не сомневался, что мы делаем правильное дело, когда приглашаем в наш видеоклип замечательнейших людей. Ребята из Бузы, которые занимаются русской мужской пляской и русским кулачным боем. То, что они вытворяют, это просто фантастика какая-то. Это вот лично меня мотивировало на то, что надо обязательно снять видеоклип с их участием. Меня зовут Андрей, это Сергей, мы бузники, занимаемся Бузой. Вообще Суменская — это хит. Вообще это очень древний наигрыш плясовой, да, традиционный, под который мы пляшем. Соответственно, бузники, да, он играется и на гармошке, и на гуслях, на балалайке, на всем, на чем угодно. И круто то, что «Атавайо» группа, она просто взяла этот наигрыш и сделала его
освежила, да, сделала более понятным для народу. И это реально для народа, и это стало реально хитом. Вот за это ему большое уважение. Здравствуйте, меня зовут Иван, я Череповца, занимаюсь бузой. Сегодня нас пригласили Оттава Йо на свой юбилей, на концерт. Мы очень рады знакомству с ними. Плясали сегодня так, прям ноги отваливаются. Меня зовут Денис, из города Череповца, занимаюсь бузой. Очень благодарен ребятам за такой замечательный коллектив, за то, что зажигают народ. Вот. И надеюсь, что пляска и русская традиция вернется обратно людям. Смотри на хромой, да на кобыле, это наши сговори. Сговори, народ потешный, еду с ярмарки домой. Кто раздетый, кто разутый, кто с разбитой головой. Ой, вы сыграйте мне такого сговоря потешного, чтобы брюхо не болело у меня у грешного. Вы сыграйте мне такого, чтобы ноги дрыгали, чтобы всякие сопленосы перед нам не прыгали. Эй, поломаться, поломаться, поломаться хочется, а сказать-то и по правде, и подраться хочется. Это чей там паренек выдает коленца, и не досталось бы ему осиного поленца. Собирался, батька сунул пятачок, мамка на ухо шепнула, не навейся, дурачок. Я отчаянно пробился и ничем не дорожу, если голову отрубит, я полено привяжу. Ломайся, сгибайся, скажу, что нездоров, принесите мне пол-литра и не надо доктору. Кому-то увидали, кто нас пьяницей назвал, но свои мы деньги пили, нам никто не подавал. Меня били, колотили, все по глазу норовили, угадали по плечу, я стою и хохочу. Ой, не все же с горя плакать, и не все же мне дурить, дайте маленькое времечко веселому побыть. Ох, за эти русы косы мы с товарищем дрались. Ой, товарищ мой орел, до чего же меня довел? Довел на леса темного, до домика казенного. Поигрались, подрались, придется посидеть за железной решеткою на воле поглядеть. Петроградская тюрьма с поворотом лесенки. Мы с товарищем сидели, распевали песенки. Ты играй, я буду петь, не так живот будет болеть. Пускай люди про нас судят, веселее будет сидеть. Дорогие гости, бузники из Череповца, Москвы и Твери. Вот она, силушка богатырская.
Так, кого мы еще? Миша. Миша, привет. Ты вот подготовился. Здравствуйте. Привет. Да, мы уже почти. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ольга, я приехала с Валаама из Карелии специально порадоваться такому огромному празднику, как 12-летие группы, огромный концерт, которого, наверное, все эти 12 лет очень ждала. Очень много для меня значит. Познакомилась с этой группой в 2004 году, когда это был такой уличный коллектив, играющий там под снегопадом на улице. Небольшие встречи, вечера танцев, которые давали герои этого концерта. Вот. И, конечно, когда эти небольшие, вроде кажется, мероприятия вылились в такое огромное мероприятие там, для нас, зрителей, это очень приятно, это какая-то личная радость, личный праздник. Здравствуйте, я Замкадыш из города Королёва. Здесь я на 12-летие группы увидела вот новый видеоклип «Сумецкая», узнала то, что будет такой юбилейный концерт, узнала про эту акцию, то, что собирают как бы народ, который поучаствует в съемке этого концерта. Взяла билет на самолет, сегодня прилетела, завтра улетаю. Ну, у меня вот сердце бьется. Я вот вижу, когда такую вот группу, музыку, вот их единство. Поэтому у меня и ребенок ее любит, и в семье слушает, хотя у всех вкусы разноплановые. Вы видели все вот эти закулисные дела, ссоры, там, утюги от звукорежиссера. Но это нормально. Да, меня зовут Елена. Насчет подарков. Вот просто я приготовила подарок, и это был отличный повод его здесь и сейчас подарить на дне рождения группы, что я и сделала уже. Да, когда творчество одних людей способствует, сподвигает нас творчество других. Я Олег и приехал из Саратова навестить и Оттаву, и Бузняков. Так я рванул из своего гнездышка в одну секунду в Питер. Какие могут быть ощущения? Потрясающие. Я Иван, я из Санкт-Петербурга, то есть я не издалека приехал. Во-первых, это очень хорошая группа, я ее слушаю уже и хожу на концерт уже лет 10, наверное. Из тех времен, когда еще они выступали на улице, в самом сакральном месте, наверное, для них, под аптекой на Невском. Но они очень удачно совмещают русскую культуру, русские песни, мотивы с очень хорошей обработки, современной обработки. Также привлекают другие инструменты, других народов иногда, там, ту же волынку, и это очень хорошо звучит. Главное – хорошее настроение, то есть принести его сюда, и чтобы его еще больше было. Это самое главное для концертов вообще и для этой группы особенно. И еще запасной кадр.
Что ж ты, милка, по мне плачешь? А ли я тебе родной? Как хороший мне не плакать, оставляешь сиротой. Ой, ты, маменька родная, куда деньги бережешь? Мать заплакала, сказала, во солдаты, сын, пойдешь. Ах ты, писарь, черт усатый, записал меня в солдаты. К 19 годам я в солдатушки попал. Распроклятая война, что она наделала? Сколько девок, сколько баб сиротами сделала? Ах ты, милая моя, начинается война. На войну меня уволят, ты останешься одна. Ах ты, милая моя, начинается война. Придумывают образы, они придумывают атмосферу. Это вот такая театральная черта, которая в них привлекает. Сценические образы, они совсем не выбраны. По сути дела, мы ничего сверхъестественного не делаем на сцене. Мы ведем себя естественно для нас. Конечно, мы готовим все наши передвижения по сцене, иначе мы бы могли лбами столкнуться. Это по технике безопасности, в общем. Небезопасно, да. Короче, нам потребовалось, ну вот сделали мы этот «Атаву Йо», записали альбом, решили сделать фотографию. Ну, да как фотографию, что делать там? А нужны были шапки, шапок не было. Мне говорит фотограф, слушай, ну там купи шапки какие-нибудь. Раз в интернете строительный, какое-то барахло вообще. Он говорит, да нет, какие строительные, надо вот эти обычные. Позвонил знакомой барышне, она этот, режиссер, и она говорит, типа, все без проблем, принесла мне мешок шапок. Так что это Люсе спасибо. Это все называется шоу, хотя вот в какое-то время назад шоу мы воспринимали неправильно, такой оттеночек. Шоу – это какое-то такое варьете. И «Атава Йо», конечно же, нашло прекрасный, вот это прекрасное сочетание русского фольклора, как бы утрированные элементы русской, деревенской, да, вот этой вот такой нашей сущности. И вот это все-таки я сделаю акцент, может быть, они сами так не считают, вот это кельтчины, ну, это безусловно, прекрасно, талантливо.
но трогать ее не моги. За ее малый рост, но трогать ее не моги. За ее малый рост, малый рост. Кошку обидеть легко, утюгом ее между ушей. И не будет лакать молоко, и не будет ловить мышей. И не будет лакать молоко, и не будет ловить мышей. А ты не бей кота по пузу, кота по пузу, кота по пузу. А ты не бей кота по пузу. И мокрым полотенцем не моги. У ней голубые глаза, на ресницах застыла слеза. Это ты наступил ей на хвост, несмотря на ее малый рост. Это ты наступил ей на хвост, несмотря на ее малый рост. А ты не бей кота по пузу, кота по пузу, кота по пузу. А ты не бей кота по пузу, и мокрым полотенцем не моги. А ты не бей кота по пузу, кота по пузу, да, кота по пузу. А ты не бей кота по пузу, и мокрым полотенцем не моги. Ноги, четыре ноги. Позади у нее длинный хвост, но трогать ее не моги. За ее малый рост, малый рост. Но трогать ее не моги. За ее малый рост, малый рост. А ты не бей кота по пузу, кота по пузу, кота по пузу. А ты не бей кота по пузу, и мокрым полотенцем не моги. А ты не бей кота по пузу, кота по пузу, да, кота по пузу, нет. А ты не бей кота по пузу, и мокрым полотенцем не моги. И мокрым полотенцем не моги. И мокрым полотенцем не моги. В основе творчества группы «Атавайо» — коллективизация, которые отменили в 1990 году прошлого века. Ну, мы вот практикуем именно коллективное творчество. 10 тысяч песен у нас есть, мы все время от одного, потом другое. Мне и потом вообще кажется, все равно в конце концов. Мне кажется, что Пете вообще рано еще вступать. Если уж мы не включаем с самого начала колбасу, если мы колбасу с самого начала не включаем, тогда так, ну вот мне кажется, так логичнее будет. Как песни появляются, значит? Где-то там, может быть, в сборниках каких-нибудь копаемся. И раз вдруг понравился текст песни. Что-то в нем есть, в этом тексте. Если музыка не очень подходящая, можно присочинить свою. Ох, и как на горке, на горе. Ох, и на высокой, на крутой, на высокой, на крутой. Постепенно, постепенно песня впивается. Для нее находится какой-то аккомпанемент. Алёша у нас Косарев, он главный в этом вопросе. Он у нас гармонист, так сказать. Пусть на гитаре играет, но гармонист. Ну и так она обрастает, каждый находит там свое место. Ты хочешь Петю убрать с кугиту? Я, конечно. О, ужас. Тимур, куда ты пошел? А вторая начинается с ля. Ля ре си. Вот мы нашли песню, что касается репертуара. В интернете я сидел. Что за песня называется песня? Текст, ну да, почитал. О,
интересный текст. Ну, необычный какой-то. То есть она была не народная, но ей же 200 лет, там, даже больше. Давайте попробуем петь. И вот тут песни этой не было, и вдруг она стала. И она стала, в принципе, даже несет в какую-то себе смысловую нагрузку, как некий посыл. О! У нас есть одна песня, которую мы играем под фанеру. Мы запускаем звук дарабуки с айфона. И перед тем, как запускать этот звук с айфона, Леша Белкин придумал историю про 33 грузинских барабанщика. Привет, я Джангир. Группа «Атава Йо» меня свела совершенно счастливая случайность. Сидел как-то в пабе, и эти ребята замечательные там выступали. И после пары кружек пива я предложил с ними сыграть. Они согласились, и получилось очень неплохо. С тех пор они периодически приглашают меня на свои концерты, чему я несказанно рад. Отличная группа, совершенно замечательно миксуют разные национальные фольклорные мотивы, и мне это очень нравится, и мне кажется, я тоже привнес долю кавказской и грузинской музыки в их творчество. По-моему, получается замечательно, и надеюсь, что новые хиты не заставят себя долго ждать. Следующая песня посвящается великому советскому кинорежиссеру Георгию Данелли.
ушел, это значит ты осел. И если жена от тебя ушла, ты не осел, ты улезла. Гогия, Гогия, Жандаурия, Гогия, Гамар, Джаба, Геннадзвали, режиссер Данелия. Гогия, Гогия, Жандаурия, Гогия, Гамар, Джаба, Геннадзвали, режиссер Данелия. Главное, не куда идет группа, а главное, что в принципе она идет, что она не стоит на месте, все время ищет какие-то новые направления, новые выражения. Главное, чтобы все время появлялось что-то новое, и эксперимент продолжался. Раз, два, три. Свечки тоже есть? Карачик по бережку лазит, рыбку хватая в ульянушке носе. Ульянушка сирится, ест рыбку с перцем. Сидит барин на таку, кричит барин за сягу. У трясахи пашут четвертая барана. Ее мать продала, недорого взяла. Тяпку, лопатыку, курочку, хохлатыку. Курочка, хохлатыка, сидит на поличике.
пока есть русская душа, пока есть самоирония, пока есть желание именно, да, творить, конечно, я думаю, что это не погаснет, это не уйдет. В нашей группе только два комичных персонажа на тот момент были. Это Дима и Петя, как Вахмурк и Крыжемельщик, или как их там? Да, Крыжемелик, Бивис и Батхед. То есть такие вот два комедийных персонажа, которые вечно влипают во всякие истории. Господи, как мы забыли рассказать самую главную историю нашей жизни. Дамы и господа, итак, ровно 12 лет назад два наших музыканта, оставшись совершенно без денег, решили поехать в город Хельсинки, чтобы немножко поиграть на улице и заработать немножко честных денег. Итак, для этого я бы хотел их представить. Прошу любить и жаловать. Дима! И его закадычный друг Петя! Группа — это ответственность вообще. И я вообще очень... испытываю такую вот ностальгию по тем временам, когда вот, ну, никакой ответственности, когда по сути дела, ну, позвонил Алёша, сказал, пойдем на улицу поиграем, пойдем, а если погоды нет, так и не пойдем. Хорошая такая свободная жизнь. Ах, где же она теперь? А группа это да, это серьезно. Как говорил мой один финский друг Ханну. А следующая трагичная и будничная история про Диму и Петю! Кончились рубли. Надо к финнам ехать, надо сычинить, финнов веселить. Петя зарыдал. В Хельсинки как ехать, в такую даль. На финляндской трассе полюс холода. Не спасает Диму даже борода. Под Арктикой ночью минус 46. Замерзают уши, руки, не согреть ноги, не согреть можно колеть. Петя смыком глаз чуть не попал, глаз бы пострадал, если б не очки. Петя барабан свой двор вместо порвал в кисти. Денег нет, только пятачки. Отлегло от сердца, но как дальше быть, пить или не пить? Собираем группу, Петя прошептал, Дима заплясал, скрипочку достал. Будем веселиться, песни распевать, в Питере играть!
Очень мне понравилось, что пришло столько много народу. Вот такой концерт. Старались изо всех сил. Концерт отгремели, ребята отплясали. Все здорово. Зрителей было очень много. Это, конечно, круто. Я очень рада, что это состоялось. И что это закончилось. По-моему, день рождения удался. Большое всем спасибо, что пришли. И танцуйте, пока молодые. Любимая финская полька. Это уже, значит, концерт кончается, и скоро бис, и радоваться. И продавать диски. На Волынке и гуслях Алексей Белкин! Волынка или гусли? Гусли. Русич или кель? Блин, то я эти вопросы писал. Петя, ты что, не мог мне к блицу подготовить меня? Запись альбома или сейшн на улице? Вот, это хороший вопрос, кстати. Запись альбома. Выпускница Санкт-Петербургской консерватории Юлия Усова! Волынка или гусли? Волынка. Зной или минус 30? Зной. Свиная рулька или ломтик авокадо? Свиная рулька. Запись альбома или сейшн на улице? Сейшн на улице. Сейшн на улице или свиная рулька? Свиная рулька. Что пьют коровы? Молоко. Играет на тюнинговой бас-гитаре Тимур Сигидин из Краснодара. Барабан или борода? Барабан. Зной или минус 30? Минус 30. Минус 30 или фундук? Фундук. Запись альбома или сейшн на улице? Запись альбома. Запись альбома или фундук? Фундук. Что пьют коровы? Фундук. Оу, е! Мистер Блюз! Месье рок-н-ролл! Алексей Скоцарев! Зной или минус 30? Зной. Зной или свиная рулька? Зной. Свиная рулька или ломтик авокадо? Авокадо. Что пьют коровы? Молоко. Запись альбома или сейшн на улице? Сейшн на улице. Сейшн на улице или зной? Сейшн на улице. Гости солнечной Грузии! Джангир Даушвили! Концерт прошел, на мой взгляд, просто супер. Публика была заведена, овации, восторг. Я периодически сам сидел в зале и видел, как это все выглядело со стороны. И это было просто феерично, на мой взгляд. Бекка Иванович Калиостро со своим большим барабаном. Сердце нашей группы. Море или горы? Море. Зной или минус 30? Минус 30. Минус 30 или свиная рулька? Минус 30. Барабан или борода? Барабан. Что пьют коровы? Молоко. Запись альбома или сейшн на улице? Сейшн на улице. Ну и наши драгоценные. Итак, Бузники, Денис, Сергей, Андрей и Иван. Так, неожиданно круто, кстати. Мы просто были в зале. В зале вообще жарко. Там никого не задавили, нет? Не, нормально, они там разошлись, когда начали. Любимец публики и баловень судьбы. Золотой мегафон Санкт-Петербурга. Дмитрий Шикардин. Нельзя оба выбрать. Барабан с бородой. Море или горы? Горы. Зной или минус 30? Зной. Рулька или ломтик авокадо? Свиная рулька. Пьют коровы? Молоко. Запись альбома или сейшн на улице? Сейшн на улице. Сейшн на улице или свиная рулька? Свиная рулька.
Большое спасибо! Спасибо, что пришли! Ну, как говорится, алпуайна ханкала, лопусакиту сейсо. Что означает с финского: начало всегда трудное, в конце стоит спасибо. Здравствуйте, я простой рижанин, шел к себе на работу. Джаз или этно? Джаз. Барабан или борода? Борода. Волынка или гусли? Гусли. Русич или кельт? Русский. За творчеством группы «Атава Йо» мы наблюдаем, на самом деле, уже намного больше, чем 10, даже не знаю, сколько лет. Смотрели, как они выступали под аптекой на улице, и как они со все эти годы росли, росли. Мы были на очень многих концертах, всегда танцевали. И вы знаете, это всегда качество, это всегда море позитива, море драйва, положительных эмоций, хорошего настроения. Поэтому спасибо большое группе. Всем привет. Есть обычная группа, а есть «Атава Йо», и огромное счастье присутствовать на их концерте. Спасибо вам, ребята, мы вас очень любим. Здравствуйте, мне очень нравится концерт, очень интересное смешение инструментов. Очень понравилась песня с грузинским барабаном. Природа, искусство, «Атава Йо» и большие поздравления от «Гринпис». Ура! Мне нравится «Атава Йо», потому что в ней веселая музыка и хочется танцевать. Я танцую, и мне жарко. Я хотел бы поздравить группу «Атава Йо» с таким замечательным и, я считаю, не без лишней скромности, эпохальным событием, потому что запись концерта, запись фильма-концерта, это означает переход группы на такой новый уровень. Большое спасибо. Каждый концерт – это настоящий праздник. Спасибо, ребята. К нам в клуб приехал Лев Лещенко. Все, конечно, радовались, родители. Я не понимал, но как бы подсев на общую радость, тоже ждал чего-то необычного. Выходит, начинает петь Лев Лещенко. Мне это как-то оказалось не в радость. Я терпел полчасика. И потом спрашиваю: а где же Лев? Потому что я думал, раз Лев, это еще не знал, наверное, что такое имя бывает. Мне говорят: так вот же Лев.
До меня доходит, что, вот, ну, странно, конечно, как это может быть лев, но раз это лев, тогда спрашиваю, а где же Лещенко? Вот такая, да, история. Но в итоге не досидел до конца концерта, пошел гулять. По-моему, у меня в тот раз застряла голова в заборе еще.